Кстати, многие не знают, что вот это мой дом. Здесь я собираю пшену. У меня там есть лошадка. Я сейчас вам покажу ее, как она выглядит и как ее зовут, чем питается. Ай. Короче, она вот здесь. Здесь у меня шахта небольшая. Ну как небольшая? Сейчас я все покажу. Сначала лошадку. Вы готовы ее увидеть? 3, 2, 1. Пух. Я могу залезть на нее. Я кормлю ее пшеничкой и яблочками. Здесь я иду. Вот там у меня ничего нет. А вот здесь. О, много чего. А нет, не здесь. Вот здесь. Здесь у меня проход в дырку. И вы подумайте, в какую дырку. Здесь нету никакой дырки. Для меня вот эта дырка. Поняли? Здесь я добываю все. Я даже там для лошадки сделаю. Эту березку. И я еще сделала костер, чтобы не путаться, где у меня выход. Я просто мимо него всегда вот так вот пробегала. А здесь я еще дополнительно двери поставила, так точно уже не забудусь. Сейчас я хочу пойти наверх. И посадить семечки. Как раз пшенка выросла. Вот здесь я скопаю. У меня есть золотая кирка. Уже ночь наступает. Надо ложиться спать. У меня такая вот синенькая кроватка. Можно пережарить рыбку. Или... Ладно, я хлеб поем. Надо еще посадить. Как-то. Свеклу надо посадить. Сейчас быстренько посажу. Опять мне тут все не подорвал крипер. У меня входит только на ту грядку и как раз тоже по 3 семечка. О, все, засажено, посажено. Теперь прыгаем и разбиваемся. Возрождаемся и появляемся на этом же месте. Короче, когда-то копалась в шахте, в той, которую я показала, дырка-то. И нашла вот это вот лазуритик. Смотрите, видите? Золото. Уголь. Лазурит. Электриум. У меня очень много его. Вот. Железо, алмаз,
и пустая рамочка. Мне надо найти изумруд. Только зачем делать, я не знаю. Сейчас можно поесть. Хотя зачем? Не надо ничего есть. Ладно, я все рассказала. Всем конец. Стойте. Вот сейчас все. Всем удачи, всем пока. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун.